Так, ребята, ну вы поняли, где мы копаем. Сейчас вот покажу ориентацию непосредственно. Вот у нас река Селенга. Вот здесь у нас дорога проходит. Это, ребята, получается... Вот у нас горняк получается, вот он, аж камни видать. Вот горняк. Вот здесь у нас по правую сторону Нижний Саентуй. И вот вдоль речки непосредственно можете накопать червей. Как вы видите, их очень много здесь. Недалеко от Селенги, реки Селенги. Вот. Вот ориентация, допустим, дом, вот где мы копали. Это вот получается Нижний Саентуй. Вот. Там горняк получается. Ну все, ребята, всем пока. Это для рыбаков, которые не знают, где копать червей. В общем, здесь в такое время можно выкопать червей. Их, как вы видите, очень много здесь. Этих дырок нет. Глубоко не копай. Толку нету глубоко копать. Отрезка, а? Лешка. Ну конечно. Без глаз его. Вот. Опять убегаешь. Не-не-не, цельный. Ну, сейчас только нет. Был. Обезглавил. Вон. Че их всех изрезал-то? Интересно, а? Во, пару. Вот еще. Нет. Нет. Еще раз. Смотри. Шлеп. Нет. Шлеп. Еще раз. Знаешь, угу. Глубоко не надо. Не видишь, все полет. Сразу под травой. О, а, не, не. Камень. Здесь можно, вот здесь. Вот там, да, попробуй.